сегодня в программе. Ты дурак, что ли? Я это тебе сказала в шутку. Ты что, шуток не понимаешь? Если такой богатый, помоги тогда. Может быть, он твой сын. Да я хотела просто от тебя избавиться. Ты вообще больной. Не смешно шутить, честное слово. Василий Прошкин, профессор крупного европейского университета, обращается в суд с иском об установлении своего отцовства в отношении Игоря Полищука, чтобы помочь сыну бывшей возлюбленной вырваться из провинциального болота. Он уверен, что 17 лет назад Анна родила Игоря от него, а не от мужа. Это, мне такое счастье больше не надо. А мне-то оно зачем? Катись колбаской куда хочешь. Да вы мне обе не нужны. Сам своей подругой переспала, я тебя, видите ли, противно. Ирина Голубцова уверена, что ее муж Павел не является отцом их общему сыну Анатолию. Ирина утверждает, что отец мальчика Юрий Кондратов, у которого Ирина вместе с мужем работали помощниками по хозяйству. Именно тогда у Ирины с Юрием произошла случайная связь и родился ребенок. Кондратов с иском не согласен. Кто же отец мальчика? Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Прошкина Василия Михайловича к Полищук Анне Викторовне и Полищуку Олегу Максимовичу об установлении отцовства истца в отношении Полищука Игоря Олеговича, которому сейчас уже 17 лет. Ответчики, ваша позиция по иску? Мы не согласны. Не согласен. Не согласен. Я вообще не понимаю, зачем этот Прошкин сюда явился. Давай вот, давайте посмотрим свидетельство о рождении ребенка. Графия отец Полищук Олег Максимович. И у меня сразу вопрос к истцу. Что вас привело в суд через 17 лет после рождения ребенка? В общем, дело в том, что Анна... Ну, уже имя мое начал забывать. Ну, конечно. А что, Анна сюда тогда пришла? Сама мне все рассказала. Все конечно. Мне рассказала. Да, да, да. В общем, такое предисловие. Дело в том, что мать Игоря Анна, мы с ней встречались, были в близких отношениях. И как раз 18 лет назад, до рождения Игоря, я учился на третьем курсе в здешнем университете на биофаке, а Анна училась на первом курсе на филфаке. Как я закончу учебу, мы даже с ней собирались пожениться. Но мне тут неожиданно предложили переехать в Москву. Я выступил с докладом на студенческой научной практической конференции по биохимии. И мной заинтересовались из столицы. Соответственно, я с Анной сразу же стал советоваться, говорить, нельзя такой упускать шанс, нужно ехать, поехали со мной. Аня отказалась, сказала, не хочу я переезжать, не хочу бросать дом, и вообще в общежитии, наверное, я не хочу жить, ну, скорее всего. Ну, и мы договорились с Аней, что я уеду в Москву, и как только я обеспечусь, в общем, стану в Москве хорошо жить. Обустроитесь, одним словом. Устроюсь, да, спасибо. И я приглашу Аню к себе в Москву. Так и договорились, я уехал в Москву, мы с ней созванивались сначала постоянно, практически каждый день, каждый час, потом все реже, 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 и вскоре она вообще перестала отвечать на мои звонки. А близкие наши друзья мне сообщили, что Аня встречается с Олегом, это было летом перед каникулами. Я быстренько закрыл сессию и помчался к себе домой, чтобы встретиться с Аней и пригласить ее к себе в Москву, чтобы увести ее. Что за бред? И мне вообще просто было... не хотел я в этом верить, что Аня меня могла бросить. Но мы с Аней встретились, провели несколько дней вместе, и потом вскоре она мне сообщила... Пожалуйста, ответчик, пожалуйста, не перебивайте истца. Она мне сообщила, что собирается выйти замуж за Олега. Соответственно, ну, что мне делать? У Олега, конечно же, обеспеченные были родители, а я был тогда простой студент, можно сказать, нищий. И, конечно же, что мне делать? Я уехал в Москву, и как-то, чтобы сгладить обиду, я ушел полностью в учебу, и на пятом курсе я защитил диссертацию, уехал в Европу. Очень интересная биография. Да. Скажите мне, пожалуйста,
А ваша биография, это все какое-то отношение к ребенку имеет, или вы так и будете продолжать свою жизнь рассказывать? Это вот ну, такое предисловие. Дело в том, что я сейчас являюсь профессором крупного университета в Европе. И, в общем-то, я занимаюсь в том числе отбором студентов. Вы просто сказали, что Аня вам сама сказала, что ребенок ваш. Вот эти обстоятельства меня интересуют. Вот я к этому веду, как это все произошло. То есть, Очень научный подход, издалека начали. Да, я занимаюсь студентами, которых я приглашаю из России в Европу учиться. А Игорь подал заявление на грант на обучение в нашем университете. И это заявление попало мне в руки. Естественно, я обратил внимание на фамилию, на, в общем-то, на... На резюме посмотрели, на резюме, на фамилию. Да, посмотрел, да. И понял, что, скорее всего, это их сын. Мне нужно было уехать к себе на родину, увидеть отца. Мама у меня, к сожалению... То есть вы, увидев резюме, сразу почувствовали, что это может быть ваш сын? Потому что фамилия. Фамилия похожая, резюме, все сходится из того же города. Фамилия. Я поехал себе в город, чтобы встретиться с родителями Игоря и, конечно, с ними пообщаться, поговорить, что ваш ребенок собирается ехать в Европу, а грант грантом, но наши студенты сами себе обеспечивают и жилье, и прочее, прочее, это прочее. Это мой ребенок, что ты лезешь? Ну, подождите, не перебивайте. В общем-то, мы с ним поговорили, я Ане рассказал, Аня вообще не знала даже, что он собирается в Европу, но я ей все объяснил, что пришло заявление, и спросил, у вас есть вообще финансовые возможности обеспечивать своего сына? А, то есть там учеба не бесплатная, да, у вас? Нет, грант. Грант учеба обеспечивается, но жилье и прочее. А, это прочее. Студенты уже да, сами? Это, да, студенты ваш? Сами, и это не, очень недешево. Но я как бы приехал, потому что это все-таки ваша нужно честь, узнать. Ваша честь, вот это... я не хочу слушать уже этот бред. Наш сын поступил нормально в наш российский институт, так что будет он учиться бесплатно здесь, в России. Анна, у нас не самое перебивайте, лучшее пожалуйста. Образование. Анна, суд даст вам возможность хорошо, попозже извините. Высказаться. Не перебивайтесь, сэр. В общем-то, когда я ее спросил про деньги, Аня просто стала плакать и рассказывать такую просто страшную историю, что их былое благополучие полностью испарилось, что бизнес мужа, который достался от родителей, погас в кризисе, и, в общем-то, сейчас он пьет, рассказывает, что он ты пьет, серьезно? Сидит дома целыми ты днями серьезно? И бьет ее. В общем, денег нет. Положите и она мне говорит, что у меня денег нет. И вот у меня денег нет. И вот тут самое главное, к чему я вел, что она мне говорит, если ты такой обеспеченный, то обеспечь его, потому что он вполне возможно является твоим сыном. Это ерунда, я ему так не говорила. Вот я ему так не говорила. Вот ваша честь, ваша момент. Честь. Да, он все неправильно понял. Как? Я просто что в шутку неправильно сказала, понять. Да это твой сын, чтобы он от меня отвязался. Да, конечно, как обычно, когда людям это говоришь, они сразу отвязываются. Кухне, понимаете, должен был муж прийти. Я не хотела, чтобы они пересекались. Ты дурак, что ли? Я это тебе сказала в шутку. Ты что, шуток не понимаешь? Если такой богатый, помоги тогда. Может быть, он твой сын. Да я хотела просто от тебя избавиться. Ты вообще больной. Не смешно шутить, честное слово. Угу. Я вообще в шоке. Ты что, дурак, что ли? Ну как я и пришел вот в суд, чтобы все выяснить. А зачем ему сын-то, как вам кажется? Я не знаю, какая ему в этом выгода. Вот какая тебе выгода, скажи. Ну, какая что? Мне? Что? Какая мне, хватает, причем здесь какая выгода? Если ты мне сама говоришь, что Игорь вполне возможно является моим сыном. Я, конечно же, ну и, соответственно, сразу же подсчитал все даты. Понятно, все совпало. И вы решили ему помочь, да? Я в шутку, понимаешь? А сам-то он хочет уехать к вам учиться? Ваша честь, он сам хочет уехать. И я говорю вам, зачем вы его здесь держите? Угу. Зачем вы держите его здесь в провинциальной этой дыре? А ведь действительно он хочет выбраться. Ответчики. Послушайте. Ответчики. Действительно хочет выбраться ребенок. Послушайте, что говорит. Игорь, а как ты относишься к иску? Не знаю, что и сказать. Я, конечно, сомневаюсь, что мама могла с кем-то там замутить так, чтобы отец об этом не узнал. Но на самом деле мне сейчас это вообще не важно, кто мой отец. Вот если бы это произошло 10 лет назад, вот тогда, возможно, я бы даже обрадовался. Обрадовался? Почему обрадовался? Ну, у меня всегда были плохие отношения с отцом. Он вечно всех пилит, и нас с мамой в том числе. Ну, раньше он хоть деньги зарабатывал, то хоть как-то можно было понять. Хотя и тогда было противно слушать, как он маму пилит. Я тебя кормлю, пою, одеваю, а ты тварь неблагодарная. Но тогда он хоть делом был занят, а сейчас бухает постоянно.
И сейчас мама его фактически содержит. А он как напьется, вечно руки распускает. Подожди, папа тебя бьет? Меня? Ну, в детстве бил. Сейчас-то, конечно, уже не бьет. Я сдачу могу дать. А мама вечно в синяках ходит. Он ее бьет, когда меня дома нет. Ребенка как будто не воспитывают. Вот видите, шоке, ваша это честь, это все неправда. Да, Олег может иногда выпить, но у нас, извините, в России все пьют. К тому же, действительно, у нас в семье кризис финансовый. А то, что он руки распускает, это вообще полностью неправда. Может, он его когда-нибудь и шлепнул, когда он тут маленький был. Но это нормально. Я все это вранье. Я воспитываю, я хочу, чтобы он настоящим человеком вырос. Конечно. Ваша честь, это неправда. Пригласите, пожалуйста, в зал Игоря Полищука. Он уже достаточно взрослый, чтобы принимать участие в процессе. Ты знаешь, вот за это ты ответишь. Да, о чем говоришь? Я тебе серьезно говорю, за это ты ответишь. Я не понимаю твое вранье. Вот за это. Игорь, привет. Я не понимаю твое вранье. Здравствуйте. Проходи, пожалуйста, вставай к отцу. Игорь, расскажи, пожалуйста, вот в беседе с психологом ты сказал, что отец твой занимается рукоприкладством дома. Отец постоянно всеми командует и руки распускает. В последнее время вообще с катушек слетел. Знаете что, я из-за этого даже домой не хочу приходить. Пытаюсь где-то у друзей перекантоваться, потому что невозможно приходить домой и слушать, как он меня жизни учит. То, что никому не верь, вокруг все козлы. Ты знаешь, жизнь не учит, и распускать руки – это разные вещи. Он сейчас специально все это говорит, потому что вот этот товарищ ему пообещал Европу и деньги. Что ты делаешь вообще? Я не специально говорю, я говорю всю правду. Какую правду? Чего вообще сюда пришел, блин? Родители позорили, блин. Пусть все знают. Тебе не стыдно вообще? Что пришел? Многие семьи, знаешь, живут и нормально, и в России живут. Пусть все знают, что он руки распускает. А скажите, пожалуйста, Анна, а почему вот вы так отказываетесь от иска? У вас никаких отношений с отцом не было, он все придумал, надумал. Конечно, все придумал. Он уехал, извините меня, в 2000 году осенью. Ребенок у меня родился в 2002 году. Мы с Олегом поженились в 2001. До этого мы жили вместе. Ну, он просто физически не может быть отцом нашего ребенка, вы понимаете? Я тебе клянусь, я тебе не изменяла. Вот это все вообще бред совершенный. В этом нет никакого сомнения. Я тоже не сомневаюсь. Потому что, когда мы с Аней ребенка заделали, этого Васьки вообще в городе не было. И тут нарисовался. Ой, Олег. Деньги не вкладывал, не растил, блин. Приезжает, сдайте мне живого, выросшего ребенка. Браво. Появился, не Браво. Запылился. Один-то остался, да, жены нет, детей нет. А чего бы взрослого не забрать, да, бывшую любовь не вспомнить. Олег, ну, ты так все говоришь, что... А что, не так, что ли? Да, ну, ты же все знаешь. Что приехал, что я знаю? Ну, что? А что, неправда он говорит? Да, конечно же, неправда. Мы вообще с Олегом в одном доме жили, и в одну секцию волейбольную ходили. И у нас общая компания, мы, ну, в общем, мы не друзья были. И вот я как-то Аню привел в одну компанию, он тут же на нее глаз положил. Ну, ты же знал, что она на тебя даже глазом не смотрит. Ты же знал об этом. Кто? Аня. Ты знал, что она тебя даже не видит. Что ты вообще до нее никто вижу, был, нет. Понимаешь? Пока я не уехал. А ты знал, что это моя девушка. Вот и стал за ней ухаживать. Стал за ней ухаживать и стал ей дарить подарки. Ты, в общем-то, ее купил с потрохами. У него, наверное, на лбу написано. Анна, видите, ваш муж купил. Ты что, офигел, что ли? В смысле купил? Я что, вещь, чтобы ты меня покупал? Во-первых, все не так, как он говорит. Если не поехала, не потому что не хотела. Его родители всегда были против меня. Золотой мальчик, как они там тебе... Ой, наш золотой мальчик, ой, какая прелесть, да? А при чем здесь родители? Мои родители обычные фабриканты. А у него папа директор, мама завуч. Ты понимаешь, что они даже специально сделали этот перевод, чтобы тебя подальше увезти? И что? Послушай, я понимаю, ты хочешь нам добра, ты хочешь помочь нашему сыну, но делай это по дружбе, а не как ты делаешь по-свински, понимаешь? Зачем ты в суд приперся? Да помогай, ради бога! Да я не понимаю, как понять, зачем я пришел в суд? Ты мне сама объявила, что Игорь вполне возможно является моим сыном, ты да? Ты тупой? Правильно? Я тебе только если что сказала, я действительно что отец, я ты не оскорбляй меня, пожалуйста, не я надо. Я ему ничего не объявляла. Если он мой я отец, не очень понимаю, он не может быть вашим отцом, вы можете быть его да, отцом. Да, если я его отец... Поясните, пожалуйста, вот ответчики утверждают, что в момент зачатия вас вообще в городе не было. Пригласите, пожалуйста, Веронику Злобину, это моя сокурсница, она как раз это все устроила. Что, она все знает, знает. Она была свидетельницей. Ты больной, ты мою подругу сюда позвал, чтобы она против меня здесь клепала? А кто еще? Аня была свидетельницей. А, вот в этом году, да? 2001 года, 12 июня, когда я приехал, подруги, когда она нам устроила молодец, с тобой свидание. Давай, давай. Перестаньте, пожалуйста, ругаться, истец и ответчик. Злобину Веронику пригласите, пожалуйста.
Если это мой сын, то я готов ему помочь. Это полностью все меня. Вероника, проходите, пожалуйста, вставайте. Успокойся. Кого? Дыши ровно. Ты вообще просто... Ты зачем сюда пришла? Расскажите, пожалуйста. Анют, давай. Тишина в зале суда, ответчик. Расскажите, пожалуйста, Вероника, вот вы пришли в суд, давайте свидетельские показания. На стороне истца Василия. Он утверждает, что он является биологическим отцом ребенка Анны и ее законного супруга. Вы это можете подтвердить? Да, могу, Ваша честь. Ань, не обижайся на меня, пожалуйста. Я же только добра тебе желаю, ну правда. Добра? Да, Ань, ты посмотри, ты свою жизнь уже и так загубила. Во что ты превратила ее? Не погуби жизнь хотя бы сына. Слушай, ну признай, что Игорь от Васи. Я до тебя 2 года с Олегом встречалась и ни разу даже не залетела. Хотя с у меня все нормально. С мужем Анны, да? С Олегом. С Олегом. Но ничего не, ничего не получилось. Нет, я потом уже, когда своего Колю замуж вышла, так сразу забеременела. Так что мне вообще кажется, что Олег твой бесплодный. В смысле бесплодный? Ты чего вообще говоришь? Да я не хотел, не собирался вообще на тебя жениться, поэтому и предохранялся. Нет, это уже события давно минувших дней, совершенно никакого отношения к делу не имеющие. У вас есть какие-то доказательства того, что у Василия и Анны были интимные отношения? Да, Ваша честь, могу рассказать. Ребенок родился в 2002 году, а в 2000-м, естественно, уже уехал. Смотрите, мы же с Аней подруги, как бы секретов у нас не было никогда. Супер. Тогда я встречалась с Олегом, Аня с Васей. Ну, его тогда позвали в Москву, и он так не хотел уезжать сначала, боялся оставить ее одну. Ну, и как оставил. Бы правильно, потому что как только он уехал, Олег сразу на Аню переключился и меня бросил. Она сначала не обращала на него внимания, потому что на самом деле у них с Васей была любовь и настоящая. А ты прям сильно? У меня была настоящая, да, я так понимаю. Что за Свася? У меня была настоящая. Ань, ну ты сама вот завралась на самом деле. Ты вот слушай их больше. Ты послушай лучше, послушай. Извините, пожалуйста, ответчики. Извините. Ничего, что я вас перебиваю. Извините, Ваша честь, у меня семья рушится. Я могу как-то своему мужу хотя бы на после суда. Видите, он переживает. Продолжайте. В общем, когда он уехал, Олег сразу на Аню переключился, и ну, она потом уже со временем, как бы, ну, как говорится, с глаз долой, сердце вон, и начала от него и подарочки принимать, и на дискотеки с ним ходить. Ну и, в общем-то, как бы я с Васей переписывалась в это время и сообщила ему, что Анечка-то наша с Олегом встречается. И он тут же примчался, и было это 12 июля. Конечно, я точно знаю, что они виделись, потому что к себе он не мог ее позвать домой, потому что родители были против. И я дала им ключи от своей дачи. Ну, и как бы Олег в это время, к счастью, в отъезде был, а я на 2 дня уехала в город и вернулась только через 2 дня. И как бы, Ваша честь, по срокам все сходится, Игорь вполне может быть сын Васи. Да не может он, да, он быть может, сыном Вати. Васи. Когда ты говоришь, это было в июле? 12 июля. Я точно, даже говорил. Я точно помню. Я даже послал в деревню к деду. Там у нас баня сгорела, надо было новую ставить. Вот. Ну, я своих дружков оставил, да, пацанов, чтобы за Анькой приглядывали. Да, конечно, они целыми днями около подъезда своих дежурили. Я бы не смогла никак, Ваша честь, ты выйти красавец, незамеченной. Нету. Да это все врет. Вы оставили слежку надежных людей, он да? Он все врет. Сын наш с тобой. А никак вообще сказать. Он к этому никакого отношения не имеет совершенно. Олег, знаешь, как было? Я сказала твоим вот этим вот браткам, что у меня день рождения, и мы с Аней поехали ко мне на дачу. Ну, как бы мы встречались до этого 2 года, и они по привычке считали, что ты мой парень, и мы спокойно. Я все понял, Верка. Ты мне просто мстишь. А зачем? Да потому что я на ней не женился и переключился на Аню. Сам не встречался, Олежек, и женился на Ане. Вот и все. Олежек, все да просто. Господи, да какой мне смысл мстить? Я, наоборот, Бога благодарю за то, что тебя свалило вовремя. А ты прям сейчас бы мучилась с тобой алкашом вонючим, как Ань. Это кто алкаш? Я не понял. Ты говори, да не заговаривайся. А то я не посмотрю, что ты женщина вообще. Ой, господи, что ты будешь делать? Кулаками со мной разбираться? Ну попробуй, конечно. Это мои дела. У меня муж майор полиции. Он тебя быстро закроет. Вы что это ответчик? Угрожает свидетелю? Он тебя быстро закроет. А он только легче всем будет, Олег, уж поверь. А твой муж не пьет, не курит, тебя руками не трогает. Идеальная семья. Все хорошо. Мам, тетя Вера, все уже буду говорить. Значит так, вы не можете говорить по очереди. Вы не дома, на кухне. Игорь, что ты хотел сказать маме? Тетя Вера всю правду говорит на самом деле. Отец постоянно в запоях. Ну, не пьет он там день-два, но только хуже становится. Он потом злой ходит постоянно. И тебе больше достается, мам. Дурочка. Ты в России живешь. Здесь все иногда выпивают, понимаешь? Поэтому, пожалуйста, замолчи. Я тебя очень прошу. Да не хочет он на такую жизнь у вас дома смотреть. Имеет право. Какой он? Суд выслушал показания свидетелей и аргументы сторон. Пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы.
Принесите, пожалуйста, конверт. Ты нормально? Посмотрим. Зачем сейчас ты это посмотрим? Сделала? Да что мы, при чем здесь мы? Ой, посмотрим? Приперли, ты кто, подруга мне или кто? Потому что я добра тебе желаю. Какого добра? Какого ты мне добра желаешь? Это добро? Это добро, чтобы я всю жизнь свою перечеркнула, да? Может, это хорошо, что ты теперь все. Я вышла замуж по любви, понятно? Тишина в зале суда. Оглашаются результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Прошкина Василия Михайловича и Полищука Игоря Олеговича. По результатам настоящей экспертизы Прошкин Василий Михайлович является биологическим отцом Полищука Игоря Олеговича. Ладно, был у нас один раз. Ну это чтобы он от меня отстал и уехал в свою Москву навсегда и никогда не возвращался. Я не получилось понял. Наоборот. Если бы я знала, я бы аборт лучше сделала. Да лучше бы сделала аборт. Во. Я зря этого Игорь, 17 лет кормлю дармоедов. Ну, предки, я с вас фигею просто. Такое ощущение, как будто вам вообще на меня пополам. Нам от ладно, тебя этот, мозги все свои пропил. Ну, мам, ты куда? Нам на тебя не попало. Мам, ты что, тоже не хотела меня рожать? Мои родители, молодой, это мы, блин, понимаешь? Потому что мы тебя сюда, вырастили. Вырастили? Я знаю, что ты в России, ни в какую прилетает. Европу ты не поедешь. Да я уеду, понятно? Нет, ты я уеду. Не поедешь. Это не тебе решать, понятно? Буду жить понятно? В другом месте. Нормально, да? Хорошо все получилось? А вы тут пропадаете в трясине. Подруга. Ты с чемоданами сюда еще пришел бы сразу отсюда в Европу ехать. Я тебя больше знать не хочу. Вы там сами можете как-нибудь разбираться теперь. Для внесения решения. Нет, я рад, что Василий Михайлович мой отец. Далее в программе. Можешь забирать это. Мне такое счастье больше не надо. А мне-то оно зачем? Катись колбаской куда хочешь. Пашенька, сам своей подругой переспал, а я тебя, видите ли, противно. Ирина Голубцова уверена, что ее муж Павел не является отцом их общему сыну Анатолию. Ирина утверждает, что отец мальчика – Юрий Кондратов, у которого Ирина вместе с мужем работали помощниками по хозяйству. Именно тогда у Ирины с Юрием произошла случайная связь и родился ребенок. Кондратов с иском не согласен. Кто же отец мальчика? А ты мне больше не отец. А вы там сами как-нибудь. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства удовлетворить. Установить отцовство Прошкина Василия Михайловича в отношении 17-летнего Полищука Игоря и аннулировать запись об отцовстве Полищука Олега Максимовича в записи акта о рождении Полищука Игоря. Указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «Отец» Прошкина Василия. Судебное заседание закончено. Прошу всех встать. Что требовалось показать? Что это сейчас было вообще? Заседание закрыто. Прошу покинуть зал суда. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Голубцовой Ирины Сергеевны к Голубцову Павлу Андреевичу об оспаривании отцовства в отношении Голубцова Анатолия, которому сейчас 10 лет. А также по иску Голубцовой Ирины Сергеевны к Кондратову Юрию Михайловичу об установлении его отцовства в отношении Голубцова Анатолия и о взыскании с ответчика алиментов в размере 150 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребенка до его совершеннолетия. Ответчики, пожалуйста, поясните суду, кто из вас кто. Ваша честь, я Голубцов Павел Андреевич, непосредственно супруг Ирины. Так, вы законный муж. Являюсь моим сыном. С иском я не согласен. Ваша позиция? Ответчик номер два. Я Кондратов Юрий Михайлович. Зачем я сюда пришел и почему, то есть зачем меня сюда пригласили, я понять совершенно не могу. С иском абсолютно не согласен. Ну, если я считаю, что вы являетесь биологическим отцом Анатолия. Скажите мне, пожалуйста, Ирина Сергеевна, сейчас сыну вашему 10 лет. Почему вы так долго ждали, прежде чем обратиться в суд? Потому что я любила Пашу и не хотела разрушить наш брак. Я очень дорожила своей семьей, но Паша, как оказалось, ей совсем не дорожил.
Так, то есть через 10 лет вы выяснили, что ваш супруг Павел семьей не дорожил и решили оспорить его отцовство. Да, он изменил мне. И не представляю, зачем были все эти годы работы в чужой семье. Я туда пошла только ради Паши, потому что ему некуда было идти, и он не мог обеспечить наш жильем. Но сейчас мне нечего терять, мы с Пашей разводимся. Так, вы со своим мужем разводитесь, да, и одновременно оспариваете его отцовство, правильно? Конечно, да. Так, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» Голубцов Павел Андреевич. Так, хорошо. Я все-таки не совсем понимаю, почему же вы столько лет молчали? Потому что вы его любили, не хотели огорчать, конечно, а теперь разлюбили. Я дорожила своей семьей, я не хотела рушить брак. Если бы он узнал, то, скорее всего, все уже разрушилось бы. Угу. А вы разводитесь сейчас по какой причине? По причине того, что он изменил мне. Он вам изменил, и вы решили оспорить отцовство. Правильно, да, понимаю? Сейчас Паша съедет на квартиру к своей любовнице, будет жить на всем готовеньком, а нам-то кто поможет? Платить элементы он не сможет. Когда устроится на новую работу, неизвестно. Угу. Да и получать будет 2 копейки на 25%, от которых мы просто не выживем. Поэтому вы надеетесь, в общем-то, получить крупные элементы с... Юрия Михайловича, правильно? Да, я очень надеюсь, что он поведет себя достойно, сына в беде не бросит. Угу. Ваша честь, повторюсь снова, не могу понять, почему меня вовлекают вот в эти вот междоусобные. Это моя прислуга, которая работала, прекрасно работала 12 лет, верой и правдой. Так, я правильно поняла, что вы являлись работодателем истца и ответчика, да? Это они у вас работали, так, да. Супружеская пара. Да, угу. Это абсолютно точно. Угу. Они мои сотрудники, вот, 12 лет, никаких нареканий. То есть все было 12 лет они у вас проработали, да? Да, 12 угу. лет, верой и правдой. Никаких претензий не было вообще. Шикарно. Почему сейчас вдруг вот эта вот междоусобица у них возникла, и почему я оказался в нее втянут я? У меня есть подозрение, что вопрос финансовый пытается решить Ирина. Угу. Вот. Но, честно говоря, не могу понять, каким боком я к этому вопросу отношусь. Все понятно. Согласен, Ваша честь. Это вообще бред полный происходит. Просто Ирина на меня сейчас очень сильно обиделась. Да это понятно, вы же уходите к другой женщине. Да, да. Поэтому она сейчас пытается выставить неправо мне сразу всех и пытается обеспечить своему сыну будущее. Я это прекрасно понимаю, она очень боится, что я буду оспаривать ребенка. Ириш, ты не переживай, я ребенка забирать у тебя не буду. Да твое время переживать, Паш. Я все сказал, отец Толи, Юрий Михайлович. Я так, у вас не были отношения, правильно, истец, с Юрием Михайловичем, вашим работодателем? Отношений не было, у нас была связь только раз, 10 июля 2009 года, а 3 марта родился Толя. Вот как все случилось, Пашу тогда за руль попросили сесть, он должен был забрать Аллу Викторовну, хозяйку. Алла Викторовна – это супруга ответчика, да, Юрия? Угу. Это Юрий Михайлович. И я была дома, а Юрий Михайлович вернулся пьяный, с юбилея друга. Он сам дошел, так как замок друга с нашим по соседству. Ну и навалился на меня, нащупал, уговаривал, в общем, грубо говоря, силы меня взял. Сопротивляться я не могла от ужаса. У меня такой шок был, что я просто онемела вся, как полено, и только плакала и говорила «не надо». И мысли еще всякие дурацкие были, мол, если я его толкну или ударю, он как же так, он нас уволит же. А вы в полицию не обращались, мужу не рассказали? Мне было стыдно, потому что я думала, может быть, я себя как-то не так повела, улыбалась, может, как-то не так. Да и кто я, кто он, в конце концов, кто мне поверит? Но я не представляла, как дальше работать у них. Но, к моему удивлению, Юрий Михайлович на следующий день ко мне подошел, попросил его простить, сказал, что его поступком нет оправдания, но такого больше не повторится, и что ему просто крепкий алкоголь нельзя. И это правда, Ваша честь. Он же, кроме того дня, и не пил-то никогда. Да перестань ты, Ирина, это же все глупости. Я поверила, простила. Место, к тому же, не хотелось терять. У нас же как вышло. Мы эту работу получили только благодаря жене Юрия Михайловича, Алле Викторовне. Она сама тоже из Мурома, и они с Пашей родственники. Ну, так, получается, что супруга Юрия Михайловича Алла, родственница Павла, вашего мужа, да? Да, все верно. Она, получается, Паше приходится двоюродной тетей. И она была в курсе, что нам нужны деньги, что мы все по дому умеем и что нам можно доверять. Ну и попросил Юрия Михайловича, чтобы он нас взял.
Ну, как я могла ее так подставить? Это бы ее. То есть вы еще не хотели ее семью разрушать? Ну, да? Конечно. Mm-hmm. И с Пашей тоже это рассорило бы на всю жизнь. Mm-hmm. И... Да и Паша бы со мной вряд ли после такого остался. Если бы узнал, наверное, бы противно в постель было со мной mm-hmm. ложиться. Ирина, вот сюда к вам такой вопрос. Почему вы уверены, что отцом Анатолия является именно Юрий Михайлович? Вы же замужем были. Наверняка у вас интимные отношения с мужем были в тот же период. Мы с мужем всегда предохранялись, потому что не могли такого допустить, чтобы ребенок был, сами еле выживали. А вот с Юрием Михайловичем у нас было без защиты. Угу. Юрий Михайлович, принуждали вы Ирину к интимной близости? Ваша честь, да, конечно же, нет. Я чрезвычайно редкие моменты вспомнить по пальцам на одной руке, что я действительно могу выпить. Я алкоголь не переношу. Я, единственное, что я помню в тот день, это то, что я пришел, да, я не отрицаю, я был пьян. А в каком смысле алкоголь не переносите? Вы как алкоголь выпьете, так девушек насилуете или что? Нет, я алкоголь не переношу по состоянию здоровья. То есть у вас память отшибает, правильно? Нет, с памятью все прекрасно. Нет, угу. Просто непереносимость алкоголя, я просто очень себя плохо чувствую. У меня потом дико болит голова целую неделю. Все понятно. Угу. То есть таблетки, лучше вообще не пить, чем вот так вот себя мучить. Я прекрасно помню этот момент, это один из редких моментов. Я пришел домой, я просто завалился спать. Все. Больше ничего не было там вообще, даже близко не стоял. Почему меня пытается моя сотрудница сделать из меня насильника, мне это как-то непонятно. Почему? Юрий Михайлович, ну бросьте, никакой вы не насильник. Вы же и правда за остальные 11 лет ко мне и пальцем не притронулись. Пожалуйста, вот. Вы, может, наоборот, нас сейчас то ли спаситель. Ваша честь, жена Юрия Михайловича может подтвердить, что я родила от ее мужа. Вот, пожалуйста, вы приходите пригласить супругу Юрия Михайловича свидетелем на своей стороне? Да. Ваша честь. Пригласите, пожалуйста. Свидетель. Да, Кондратова Алла Викторовна, верно? Да. Со мной жена уже 2 недели не разговаривает. Я ее сейчас встретил в суде, я ее спрашиваю, что ты здесь делаешь, она молчит. Пригласите, пожалуйста, Кондратова Алла Викторовна. Очень все странно и непонятно. Она сейчас все расскажет. Здравствуйте, Алла Викторовна. Да, конечно, да. Здравствуйте, Алла Викторовна. Посмотрим. Алла Викторовна, вы являетесь законной супругой Юрия Михайловича, правильно? Совершенно верно. Тем не менее, вы считаете, что он является биологическим отцом Анатолия. Анатолию сейчас 10 лет. И вот, собственно говоря, истец Ирина утверждает, что он является биологическим отцом. Вы это можете подтвердить? Да, Ваша честь. Каким же образом? Именно так. Я расскажу. В тот вечер мы с моим водителем Пашей приехали домой. Паша пошел ставить машину, я захожу в дом. И что я вижу? Мой муж и Ирина на диване. Мой пыхтит, кряхтит, как старый паровоз. Ну, стыдно стало и противно. Я решила снять стресс и принять ванну с лавандой. Извините, пожалуйста. И все это, все, что вы решили сделать? А что, Ваша честь, разводиться я не планировала. Я знала, за кого я выходила замуж. Состоятельный мужик, властный мужик. Знала, что будет много любовниц. Кроме того, я считаю, что и моя вина... И запаслись лавандой, да? Да, для антистресс, да. Кроме того, я считаю, что и моя вина в этом есть. Потому что Пашу с Ириной в дом привела я. В следующий раз буду служанку выбирать пострашнее. Алла Викторовна, простите, ну клянусь, у меня и мысли не было соблазнять вашего мужа. Молчи, Ирин, молчи. Я никогда такого не ты, думала. Так была бы другая. Мужик видный, прекрасно все это знал, но, тем не менее, деньги в дом приносил. Ага, деньги. Ничего ты не получишь у меня, красавица. Ну, это мы будем с тобой судиться, дорогой. Судиться ты просто... Ну, получается, что действительно у вас память пропадает, как вы пьете, верно? Нет. Ваша честь, да нет, конечно же, не пропадает. Ну, как странная ситуация. Ваша жена приходит, утверждает, что вы биологический отец Анатолия. Это не в ее интересах. Я не знаю. Что, я не в ее денежных интересах. Я зашла и все утверждает. Прекрасно видела своими глазами. И если, Ваша честь, подтвердится, что ее сын от Юры, конечно же, я буду разводиться. А это подтвердится, потому что наш с Юрой сын и Иринкин одно лицо. И кто еще знает, сколько там твоих провинциалок вылезет? Если каждый час я буду по 150 тысяч платить, так без штанов останешься. Ну, во-первых, не ты измены будешь платить. Измены изменами, а деньги я считать умею. Во-первых, не ты будешь платить, а я. Ты не забывай об этом. Что бюджет все финансы, это семейный все бюджет, дорогой. Семейный бюджет, который зарабатываю лично я. Ты я за тобой ухаживаю. Я тебе сына родила. Я не инвалид-колясочник, за мной ухаживаю. Я не говорю, что ты инвалид. Ты просто очень хитрый и наглый.
есть? Алла, я полностью поддерживаю Юрия Михайловича. Ну, Паш, ну ты-то скажи. Паш, твоя мужская солидарность? Это не мужская солидарность. Почему ваша супруга сейчас против вас дает свидетельские показания, Юрий Михайлович? Вы знаете, Ваша честь, у меня есть небольшое подозрение, что какой-то сговор, но я пока пытаюсь разобраться. Я попытаюсь сейчас, может быть, да, в дальнейшем... Разберись. По ходу дела, слушания, наверное, я разберусь как-то в этом. Угу. Да, я думаю, пока непонятно вам мотивы, да? Попытаюсь, что я надеюсь, что и вы тоже разберетесь. Тебе предохраняться, дорогой, надо было. Спать со служанкой и не предохраняться. Ваша честь, я более 10 лет живу со своей супругой. Если бы у нее было что-то с Юрием Михайловичем, я бы это увидел бы сразу по ней. Да нет, не обязательно бы. Я бы увидел все сразу. Я ее знаю как открытую книгу. Мы с ней не первый год вместе. Тем более я очень хорошо познакомился с ее подругой, она мне все о ней рассказала. Уже непосредственно то, как она пыталась непосредственно захомутать под себя Юрия Михайловича. То, что у нее это не получилось. О, Ваша честь, можно пригласить Светлану Березову в зал? Это подруга Ирины, она подтвердит, это что... Это подруга Ирины, да, и сейчас непосредственно. Что Ирина вам не изменяла? Да, так, это была, ну, была ладно, моя подруга. Березина Светлана Максимовна, пригласите, подстилка, пожалуйста. Подстилка твоя, любовница. Ты бы хоть называл вещи своими именами? Не, давай, посмотрим. Да, ради которой ты... Она просто рассказывает всю правду. Сына вообще нашел ради кого? Давай послушаем. Ира, это ты все устроила, весь этот цирк. Подружка. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Светлана, а вот как вы считаете, у Ирины сын Анатолий, он от Павла или от Юрия Михайловича? Да, Ваша честь, я сейчас все поясню. Пожалуйста. Ирина тут утверждает, что ее сын Анатолий родился от Юрия Михайловича. Утверждает? Ну, это совершенно неправда. Она так говорит, потому что мстит Паше. Я это точно знаю. Ранее мы с Ирой были подругами. Вот, и она мне все рассказывала. Как только они устроились в дом Кондратовым, Ирка увидела красивую жизнь, сразу захотела большего. Большой дом, прекрасный сад. Сама так говорила. Хотела, чтобы ей прислуживали, а не она прислуживала. Ну и положила глаз на хозяина. То есть вы считаете, что она решила его соблазнить? Да, Ваша честь. Я даже как-то у нее спросила, а как же любимый Паша? Ну, как любовь? Можно? На что Ирка мне сказала тут жестокую, циничную вещь. Ну, говорит, если я стану женой Юрия Михайловича, то Паша будет моим любовником. Ну, не ужасно ли? Вот тебе, пожалуйста, да. Вот. Правильно говорить. Ну, так, ну вы сейчас хотите суду продемонстрировать верх цинизма Ирины. Так, что ли? Да. Это не значит, что у нее не могло быть интимных отношений с Юрием Михайловичем. Я тебя всегда любила. Если бы я тебя не любила, может быть, она осуществила свой план. Так и слышно. Смотрите, 10 июля 2009 года Юрий Михайлович в кои-то веки пришел выпивший домой. Со слов Ирины, он вообще никогда не выпивал. Вот, и его развести на какие-то эротические там глупости невозможно. А тут он пришел, уставший, развалился на диване. И тут она посчитала, что ей это на руку. Сочинять. Вот, ну, как говорится, облом. Юрий Михайлович уснул и вообще никакого внимания абсолютно на Ирку не обратил. Рыдая мне все это рассказывала. Во, видите? Вот, пожалуйста, Ваша подтверждение. Честь. Что вы уснули? Ваша честь, Света увела у меня мужа. Ее словам вообще веры нет. Да и, конечно, у меня будет сейчас проститутка из последнего. Минуточку, подождите, еще раз проясните, пожалуйста. Павел теперь со Светланой живет? Он к ней уходит? Да, он с ней собирается переезжать. Ну, он ко мне собирается. Вы со Светланой разводитесь, правильно я понимаю? Да, конечно. Он изменил мне, поэтому мы разводимся. И она даже готова Толю себе забрать, лишь бы Паша ей достался. Специально клевещет на меня, Светлана, чтобы окрутить моего мужа. Да, действительно так. Ира, ты не строй себе тут совсем бедную несчастную овечку. Сама дело натворила. Меня совсем не смущает, что у Паши есть сын Анатолий. Давай, я еще, очень детей люблю. Еще на сына люблю. Рот развивай. И с Толиком мужа моего наладила контакт. А еще, дорогая контакт, Ирочка, у меня есть хороший дом. Пусть не такой большой, как у твоего работодателя. Но нам всем места хватит. Еще ты утверждаешь, что я была 35-летней девственницей. Конечно. Вообще бред никогда какой-то. Никогда с мужиками не везован. Только Пашка. Зато, дорогая Ирочка, у меня сейчас есть два кафе. Я всю жизнь работала, пахала.
чтобы заработать на достойную жизнь. А ты убедила Павла жить за чужой счет. Да. В чужом доме, как и ты живешь. Да ты на все пойдешь, лишь бы меня в грязь закопать. А теперь ноешь, что ты нищая и разинула рот. В твоих словах логики даже нет. Ну просто как нет логики? Если бы я мечтала о красивой жизни, хотела соблазнить Юрия Михайловича, у меня это не вышло. Ну неужели бы я осталась в этом доме с Пашей? Я бы уже давно ушла оттуда. Ну нет, ничего такого не было. Ваша честь, я уже не знаю, я уже запутался. Я уже не понимаю, кому мне здесь верить, там, и на что дальше рассчитывать, и с кем оставаться. Единственное, что значит, с кем оставаться? Вот Светлана, женщина, вас любит. Я никогда не любила Светлану, у нас все это произошло по пьяни. Что? Просто Ирина нас тогда заметила, и у нас дальше все понеслось. Она мне просто пела очень вовремя в уши, она мне всегда говорила, вот будешь оставаться со мной, все у тебя будет, все всегда наладится, все будет хорошо. Говорит, ты Толик здесь с тобой, и Толик, ты вообще иди сюда не впутывай, это наш сырый сын. Я ее люблю до сих пор, к тебе у меня никогда ничего не было, ты можешь хоть сейчас уматывать из зала. Да офигеть! Раз пошла такая песня, катитесь вы со своей женой скатертью дорожкой и живите как два паразита. Паразитируйте на обществе и на чужом добре. Ириш, давайте. Что это все было изменено. Павел, вернитесь, пожалуйста, на место. Вернитесь, пожалуйста, на место. Простите, ваша честь. Суд — это не место, где стороны выясняют свои взаимоотношения. Она просто сейчас речь идет о ребенке. Послушайте, что он психологу рассказал. Толь, скажи, ты живешь в большом красивом доме вместе с родителями? Нет, я с бабушкой живу. Но вот на новогодние каникулы мне разрешили приехать. Там я познакомился с Левой. Мы подружились. Но потом поссорились. А почему поссорились? Мы играли в доме в приставку. Нам было очень весело. Но потом пришел его отец и выгнал меня. Он сказал, что я быдло и сын нищебродов. И мое место на улице в собачьей конуре. Так и сказал, в собачьей конуре? Да. Это ужасно. Скажи, а ты, если честно, очень обиделся, да, на это? Да, я плакал сначала. Но теперь мне уже все равно. Потому что мама сказала, что этот хозяин тупой баран зажравшийся. И она ему отомстит. Угу. Юрий Михайлович, а вы действительно ребенку такие ужасные вещи говорили? Ваша честь. Я допускаю, что это могло быть. Юра, как потому ты что мог? Были в тот день очень плохие переговоры, провальные просто переговоры. Ребенок, кстати, при чем? Пришел, дико болит голова. Я наглотался, это, в общем-то, мой бич по жизни, мигрени. Наглотался таблеток, а ребята играют в соседней комнате. Там шум, визг, хохот. То есть, в принципе, я еще удивился, что еще и своему не подбросил. Поэтому, как вариант, ну... Вполне возможно. Видимо, я, наверное, был неправ. Так, Юрий Михайлович, я что-то вот сейчас понять не могу. А какое у вас есть право оскорблять меня, моего ребенка? Тише. Паш, я сказал. Голова болит. Понимаешь, голова. Ну, сорвал. Вы взрослый человек, у вас самого есть сын. Ирина, займите, пожалуйста, свое место. Я что ты раньше говорил правду, и ты не собирался. На место вернитесь. Конечно, правда, я люблю тебя. Туда я собрала... Конечно, Толя твой сын. И просто все так в кучу навалилось. Ты изменил меня со Светкой. Мы с тобой не разговаривали. То твой сын, то не твой сын. Кондратов так наругался на нашего сына, что Толик весь день рыдал и успокоиться не мог. Я тогда такая злая была и решила сразу вам обоим преподать урок. Ваша честь, видите, вот, пожалуйста. Тебе показать, слишком это жестокое наказание. Как больно терять Юра, любимого. Ты не радуйся. Ну, знаешь ли, ты тоже себя повел, как упрямый баран. Я вас когда со Светкой застукала, ты вместо того, чтобы извиняться, в позу встал. А что извиняться-то? Ну, извините, он извинил мне с тобой. Действительно, нечего извиняться. И вы решили очень правдоподобно соврать, что ли? И да, он был... Я прекрасно помню тот вечер. Он пришел домой пьяный, лег спать на диван, я его укрыла пледом. И понимала, что он все равно ничего не вспомнит, и можно будет придумать эту историю. И проучить их обоих сразу. Молодец. Судя по показаниям свидетелей, аргументы сторон, пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы. Принесите, пожалуйста, конверты. Ну, заварили. Спасибо. Итак, в рамках данного дела было проведено два ДНК-теста. Сначала оглашаются результаты ДНК-теста Кондратова Юрия Михайловича.
В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Кондратова Юрия Михайловича и Голубцова Анатолия Павловича. По результатам настоящей экспертизы Кондратов Юрий Михайлович является биологическим отцом Голубцова Анатолия Павловича. О, оговорила не проститутка. Познакомимся с результатом. Ничего себе. Уговорила же. Я что-то совсем не понял. Ты мне здесь врала опять? Да везде она врет, где только можно. Я же хотела, чтобы мы снова были вместе. Да, все было, как я рассказала. Кондратов меня изнасиловал. Ну, то ли ему не нужен, то ли наш с тобой сын. Ваша честь, какая-то. Категорически протестую против формулировки «изнасиловал». Скажу откровенно и честно. Мы с ней спали, с Ириной. Это происходило периодически, с периодичностью 2-3 раза в месяц. Но за это я и доплачивал премию, и очень неплохую. Это было правдой. Так что... Как у нас все красиво. Великолепно получается, что ты ко мне больше вообще не приближалась, как я вообще с тобой все эти годы жил. Ты проститутка и есть. Да уж, проститутка. Была проститутка, больше бы заработала. Я по-другому назвал, была бы другой. Ну нет, я сидела рядом с тобой, любила Пашеньку своего. Проститутка. А матери кто деньги посылал, чтобы она только хорошие гаджеты покупала, чтобы он в шмотках хороших ходил в школу? Дура я, не проститутка. Нужно было сразу вещи собирать и от тебя сваливать. Ну нет. Я сидела, как же Паша, как же у него сердечко разобьется. Семья же у нас. Жили, как собаки в будке. Вакцины какие. Ну и... Светка, да. Можешь забирать это. Мне такое счастье больше не надо. А мне-то оно Катись зачем? Катись колбаской куда хочешь. Да вы мне обе не нужны. Сам своей подругой переспала, я тебя, видите ли, противно. А я к матери я поеду, сыну. Я таких мужиков штук 10. Слушай, родители, принесли решение. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Иск Голубцова Ирины Сергеевны об оспаривании отцовства Голубцова Павла Андреевича удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве Голубцова Павла Андреевича в отношении ребенка в записи акта о рождении. Иск об установлении отцовства ответчика Кондратова Юрия Михайловича о взыскании с него алиментов удовлетворить. Установить отцовство Кондратова Юрия Михайловича и указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «отец» ответчика Кондратова Юрия Михайловича. Признав ответчика биологическим отцом ребенка, суд взыскивает с него алименты на содержание ребенка в размере, равном трехкратному размеру прожиточного минимума, вплоть до совершеннолетия ребенка. Суд устанавливает размер алиментов в твердой денежной сумме, потому что взыскание алиментов в долевом отношении к доходу отца ребенка будет существенно нарушать интересы ответчика, биологического отца. Отец ребенка занимается предпринимательской деятельностью, у него достаточно высокие доходы, и при установлении алиментов в долевом отношении ежемесячно выплачиваемая сумма будет чрезмерно высокой, значительно превышающей все расходы на содержание, развитие и воспитание ребенка. Поэтому суд устанавливает размер алиментов на содержание ребенка в сумме, равной трехкратному размеру прожиточного минимума. Все на состоянии закончено. Прошу себя встать. По крайней мере, повезло больше, чем мне. Это точно.